Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем. Надолго хватит. Ну, ладно, с бандитами ясно. Они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег нам выпал. Ну и значит, поработай пугалом. Чтобы другие стороной обходили. Интересно, сколько тут этих чужаков ходит? А то мало ли. По себе мне как-то. Алёша, ответьте. Потеряли связь с вами.
Я же говорил, что тот не один был. Но снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыл, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Скоро экзамен. Учителю скажу. Там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Thank you.
хотел? Сорвется же! Да ты помог уже один чужака по башке отоварил, сразу до учителя клятву давать. Уже считай вожатый. Ну а что, закружил? Чужак тут простой, троих раскидал, как его крутить стали. Ну и чего? Сзади-то невелик подвиг. Ну раз невелик, значит и ты знаешь. Как еще чужак заявится, ты сразу бери дубину и круши, раз так в дом учителя охота. Ха, я-то возьму. А тебе вот не обидно, что ты ее могла.